Привет. Фамилия, имя, отчество? Шрайнер Наталья Александровна. Угу. Сколько лет? 24. Почему решила участвовать в конкурсе? Увидела в Инстаграме пост, и был последний день подачи заявок. Решила попытать счастье, удачу. Угу. Расскажи, где учишься или работаешь? Я в декретном отпуске. Нахожусь, работала в ГКУ Центр занятости Городищенского района инспектором. Угу. Скажи, какие у тебя увлечения, хобби есть в свободное время? Ой, очень люблю увлекаться творчеством в плане рукоделия. Люблю делать различные вещи своими руками. Люблю заниматься спортом. Часто бегаю вечерами по стадиону. Также увлекаюсь растяжкой. По крайней мере, стараюсь очень часто. Дома, посредством интернета, учусь, стараюсь. Вот так. Похвально. Расскажи, а у тебя есть молодой человек или муж? В разводе. А кто-то знает, что ты решила участвовать в конкурсе? Только родные. Как они отреагировали? Сказали, иди попробуй. Обязательно. Тебя никто не укусит. Попробуй, мало ли, вдруг получится все у тебя. И все. Только за. Все, моя семья только за. То есть поддерживают тебя. А почему именно ты достойна победить? Почему? Потому, наверное, хочу стать примером для многих мамочек, которые находятся в декретном отпуске, что после рождения ребеночка жизнь не заканчивается. Нужно идти вперед, участвовать где только можно, посредством интернета, всевозможных соцсетей, пробовать, мечтать, стараться, и все получится у всех. Отлично. Какой талант можешь продемонстрировать нам? Стих? Ну, там буквально две строчки. Значит, отрывок Осадова. Я могу тебя очень ждать, долго-долго и верно-верно, и ночами могу не спать, год и два, и всю жизнь, наверное. Пусть листочки с календаря облетят, как листва у сада. Только знать бы, что все не зря, что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти. Сквозь трущобы и перелазы, по горам, без дорог почти, по пескам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не тая. Вот, почти все стихотворение рассказала, ты стеснялась. Ну все, отлично, удачи тебе в конкурсе. Спасибо большое.